Визит господина нашего министра Амира Абдуллахьяна является очень важным, и один из важных его обсуждаемых тем – ситуация в Кавказе. И я тоже в своем телеграм-канале недавно об этом написал, что только стран, которая может играть положительную роль между Азербайджаном, Ираном и Арменией, это только Россия. И как Китай играл важную роль, налаживает отношения между Саудовской Аравией и Ираном, и между этих странами Россия тоже будет играть важную роль. Поэтому один из важных его визитов, обсуждаемая тема, был ситуация в Кавказе. И, конечно, Россия здесь будет играть важную и положительную роль, и мир идет в новом мировом порядке. В новом мировом порядке является большая страна, как Китай, Россия и Иран. Китай хочет, чтобы регионы соседи дружились и не было никаких конфликтов. И, конечно, я очень уверенно это говорю, что между Арменией, Азербайджаном, с Ираном будет мир, и они достигнут положительного добрососедского отношения. Конфликта в регионе не будет. Конечно, я замечаю, что западных стран, они играют последние свои карты, они очень стараются открыть новый фронт против России в Кавказе, но у них этого не получится. Потому что граждане этих стран и политики этих стран прекрасно понимают, эта война никому не выгодна будет. Поэтому это конфликт, у них планы не получится в Кавказе.